Тревожность, гнев и радость. Мои любимые эмоции взросления. А вы что здесь забыли? Я тебе покажу, что такое настоящий гнев. Давай! Не нужно! Мой рисунок! Ха, порвали детский рисуночек. А что же мне сдать по рисованию? Мое лицо! Пустите! Пустите меня к этой чертовой кнопке! Я им покажу. Спокойно, спокойно. Я за себя не ручаюсь. Этими вытрись. Рисунок! Пустите немедленно! Сломаете! Ну уж нет! Вау! Время выпустить эмоции! Мы маме расскажем! А ну сюда! Что тут у нас? Все в ДНК. Немного магии, так лучше. Держите. Ура! Наши домики! С чего бы начать? Посмотрим. Так-так. Ну разве не чудо? Залить водой. Легко. Хорошей эмоции должно быть много. Вау, получилось! Как же весело! И грязно. С хулиганами покончено. Что это? Вярочки? А ну сюда! Ну что опять? Их столько людей надевало. Эй, брезгливость, извини. Совсем не похоже. Вау, как похоже! Эй, смотрите, кто тут у меня. Сделаем домик пушистым. Мне тоже нужно. Дай, порвешь. Порвала. Упс, прости. Можно было попросить. Хватит на двоих. Фух, оторвалась. Есть ткань и краска. Улучшим ее. Оранжевый цвет сезона. Со второго раза выйдет. И я заканчиваю. Та-дам! Ладно, тебе не до меня. О! Олаф, ты всегда согревал мое холодное сердце. Как это миленько. Эгегей, крушить это по моей части. Дай-ка сюда. Отпусти и забудь. Это рвет мне душу. Может, хватит уже? Мне не по себе. Ну вот и все. Думаю, тебе это было нужно. И правда, чудесные глазки. Дай 5. Ау, так и сломать можешь. Да, ломать это я могу. Фу-фу-фу. Надеюсь, обойдется. Мужчины. Так, нарисую-ка я зрачки. Голубой мне и нужен. Экспрессия, экспрессия. Внимание мелким деталям. Ух ты, а я талант. Мне тоже не помешают глазки. Хм. О, иди. Старая добрая папье-маше. Побольше клея. Бережем настоящие глаза. Замешаем. Последний ингредиент. И немножко терпения. Так, так, так. Есть! Вау! Да держись же ты! Извини, одолжу ненадолго. Нарисую и себе зрачки. И глаза из орбит. Ну как же так? Нужно срочно успокоиться. Вдох, выдох, фух. Оу. Вы посмотрите, как круто вышло. Проще простого. Оу. Динозавр? Он совсем не милый. Какая пасть. А если бы они не вымерли? Они бы тогда нас всех сожрали. Все, прочь тревожные мысли. Прочь. Так-то лучше. Вау, мысли материальны. Пила? Ах, поняла. Хоть бы не пораниться. Ну вот и все, зубы готовы. Беленькие. Идеально. Вау, как круто вышло. Да-да-да, спасибо. Пока, грубиянка. О, ребята. Объединье. Омерзение. Отрубание. Малышка, не поможешь? Понравились мармеладки? Лови. Спаси. Ой, почти поймала. Спасибо. Я вампир. Ой, не могу, точно. Я же училась жонглировать. Строю я лучше. Минутку. Идея. Раз. Два.
три. Как влитые. Хм, точно, не хватает губ. Так-так-так, нужно вас подровнять. Что это за шум, ребята? Вызываю на бой! Защищайся! Ха! Мимо! Прекратите немедленно! Ау, мой меч! Секретное оружие! Заряд чистоты! Инфузория! А, мои глаза! Как жжет! А ну, подойди! Я за себя не отвечаю! Гнев? Что стряслось? Держи салфетки! О-о-оу! Гораздо легче, спасибо! Пойдем присядем! Сюда! Чистота всегда побеждает! Уже все? Ах, мои зубы! Как же так? Все сломано! Ребята, напишите в комментариях, кто сломал зубы! Что? Это гнев? Так я и знала! Что же теперь делать? Думай, думай! Что стряслось? Посмотри, что он сделал с моими зубами! Не переживай, что-то придумаем! Вспомнила! Чтобы зубы были крепкими, их надо хорошо чистить, чтобы потом не сверлить. Что ты задумала? Ненавижу стоматологов. Ой! Не тревожься, больно не будет. Какой кошмар! Проблемный пациент. Вылезай, как новое. Иу! Теперь мой черед навести порядок. Отдохни. Запомни и повторяй утром и вечером. Свежее дыхание. Пчхи! Слишком свежее. Спасибо тебе. Никакого контакта. Чуть не задохнулась. Что эта зеленая выскочка себе позволяет? Ладно, записываемся на губки, девочки. Как свои. Добавлю красок. Ну как вам, ребят? Не то. Ладно. Так, лучше? Да-да. Что? Кринж. Окей, вытру. Ужас. Легкий нюдик. Супер. 10 из 10. Ну что же, приступим к прическе. Скрутим между собой несколько проволочек. Отрежем ленту под цвет волос. Нарезаем на ровные лоскутки. Двусторонний скотч очень кстати. Крепим кусочки. С другой стороны вытягиваем нитки. Очаровательная челка. Наматываем на проволоку. Получилось! Но нужно больше прядей. Тяжеленький хвостик, однако. Вроде норм. Эй, радость, как тебе? Если честно, не очень. Как корова облизала. Нужна взрывная укладка. Ой, бойся своих желаний. Ах, нет, спасибо. О-оу, ложись. Ха-ха, мы живы. О, вот и взрывная укладка. Классно я придумала. Ладно, дай 5. Ой, кринжанули, бывает. Так, теперь бы и мне навести красоту. Ой, нитка торчит. Снова эти счета. Сколько можно? Oh. Точно. Тянем еще капельку. Упс, ну вроде достаточно. Еле распутала. Куда-нибудь сюда. Ну, как вам? Нет. А ну-ка дайте я. О, спасибо, гнев. Эй, это было грубо. Ладно, все не то. Давай по новой. Прочь эти лохмотья. Как же это исправить? Точно, магазин париков. Нет? Нет? О, то, что надо. Ой. Вау, какая густота. Ну, один в один. Как вам? Молодец, радость! Лайк! Ура! Горжусь собой! Что там, тревожность? Упс!
Нужно бы поаккуратнее. Не зря же я ходила на курсы бровиста и каратиста. Боевая готовность. Я! О, пойдет. Главное, не переборщить. Вау! Вроде одинаковые. Закрепляем. Так и запишу. Тревожность как успехи. Чудно. Уже с бровями. Мы справились. Святые нервы, что это? What? Макияж? Как увлекательно. Ну, не знаю. Я знаю. С моим набором мы не пропадем. Бери, что хочешь. Я не знаю, чего я хочу. Пусть будет это. Никогда не рисовала стрелки. Так волнительно. Ну, как тебе? Неплохо, но давай помогу. Смотри, возьмем трафарет для русалочьей чешуи. Только аккуратно, без нервов. Заметано? Ага. Теперь тени. Тушуем кисточкой. Или салфеточкой. Ну, как хочешь. Я вот чувствую, что надо добавить глиттера. Блестяще. Подведем губки. Ну, рыбка. Что ты делаешь? Нервно грызть губы стало вкуснее. Это не еда. Все записала? Вроде как. Соберись. О, сеточка. Тянись же. Ну. Ничего не выходит, а если ничего не получится? Тревожность, я с тобой, справимся. Дай-ка это сюда, я верну. На мне лица нет. Ах, вот что это значит. Примеряем варианты. Нет. Не идеально. Нет, нет, 10 из 10. Возвращаю. Мне нравится. Как там наши успехи? Да, 20%. Вы молодцы. Время заняться волосами. Вот бы они росли быстрее. Да, на что я рассчитывала? О! Что за рычаг? Что может случиться? Дерну. Эй, что происходит? Радость в беде. Что же с ней будет? Будет идеальная укладка. С ума сойти. Ну, как я тебе? Икона. Леди Гага. Что бы и мне придумать? Расчешу эти лохмы. Почти. Нет. Эй, аккуратнее. Лежать, кому сказала? Лежать. Думай, коралловая голова, думай. Точно. Высокий хвост. Как вам, единорожка? Полный кринж. Нет. Нет? Что же делать? Ну, что-то другое. Это катастрофа. Что за шум? О-оу. Класс. Отвал. Лайк. Такие смешные. Ладно, к делу. Приступим к топу. Подумаем. Что это? Рыбы. Мы станем кормом. Ложись. Мама, мама. А-а-а. Фух, уплыли. Ну ты паникерша. Они оставили нам подарочки. Что же там? Вау, новый лук. Ух ты. Как-то не ярко. Что за кнопка? Не люблю сюрпризы. Может, мой любимый домик поможет? Позязя, позязя. Только не в меня. То, что нужно. Спасибо. Идеально сел. Вау! Ну, как я тебе? Погоди, а где же твой хвост? Так не пойдет. Ты же русалка. Где его взять? Ума не приложу. Стоп, кнопка. Дилер хвостов? Эй, хвостики не интересуют. Как раз ищем один. Только тихо. У меня лучший товар. Вау! Этот или этот? Если честно, никакой. Ладно, только для вас. Эксклюзив. Бери, бери. Уверена? Да, уверена, уверена. Эй, не так быстро. Отдай. Он для моей подруги. Нет уж. Стойте. Сумасшедшие.
Опс, прости, давай руку. Ну, ладно. Точно, забыли рассчитаться. Сдачи не надо. Не нужны мне ваши деньги. Давай сыграем. Ну, как знаешь. Раз, два, три, легко. Я выиграла. Давай хвост. Не нужно начинать с ножниц. Держи, примеряй. Как волнительно. Пс, перчатки надо? Почему бы и нет? Не так быстро. Сначала обыграй меня в Уну. Тут я мастер. Мне идет? Вау, секундочку. Лови, пропускаешь? И еще. Плюс 4 карты. Уно, я все. Да как же так? Повезет в любви, Питюню. Неважно, давай же. Да на... Идеально мэтчатся. Сегодня не мой день. Восторг, тревожность? Похоже на невесту. Ты чего? Это на руки. А я так и думала. Так получше. Ну, как вам, ребята? Класс, не то что ты. Не балуйся там. Тебе пора. Я тобой займусь. Оставим их. Эх, сеточку жалко. Домик, ты всегда знаешь, что с этим делать. Помоги, прошу. Не люблю громкие звуки. Готово. А ты голова, в смысле умный домик. Радость, взгляни. Я уже все придумала. Добавлю сюда ракушки. По-моему, миленько. Вот и поясок. Браво. Теперь мне тоже надо что-то придумать. О, вау. Морской жемчуг. Опа. То, что нужно. Прикреплю жемчужные ленты на поясок. И еще пару крупных жемчужин. Ну, класс же. Подчеркну бедра. Готово. Что там дальше? Диадема. Ау, так чешется. Это тут откуда? Пригодится. Клей-пистолет. Пару капель. Это сюда. Почти. Ну вот, отличненько. Пока-пока, торчушки. Сменим стиль. Но как? Королева. Такс, мне бы тоже что-то сообразить. Домик, одолжишь мне прядь? Я знаю, что делать. Проснись ты. Мы еще не закончили. Сплетем проволочки. Крепим на обруч. Топовые плавнички. Что там дальше? Ауч. Что за магия вне Хогвартса? Интересненько. Ой, я передумала. Скачу на помощь. Засасывает. Держись. Ух ты, осьминожек. Какой милый. Дай сюда, жадина. И правда миленький. Что? Уже не очень. А, слезь с меня. Прилипала. Ну, знаешь ли... Умерь свой пыл. Прости, не хотела. Так надо. Сменим цвет. Чудные сережки, я считаю. Эй, как тебе? Это что, медуза? Нет. Да. Ловись, медузка большая и маленькая. Какая ты милашка. Продену шнурочек. Идеально. Они уже ушли? Вроде чисто. Оу, найс. К чек-листу. Что еще? Ну и куда же без сумочки? Ну все, пошли. Поскакали.
Так-так. Глянь на них. Выборы, достали. Сколько редкостно. Ой, как некрасиво. А, все сдувает. Да начнется дуэль. Прекрасно, девочки. Так держать, молодцы. Может, поможем им? Ладно, поплыли. Упс. 1-0 в мою пользу. Итак, мальчики, вы готовы? А что еще нам остается? Плюс 1 балл для Энит. И 1 балл для Венсдей. А теперь идем купаться. А вода достаточно теплая. Я боюсь плавать. А, да ну! Помогите! Моя очередь. Фух. Воды, пожалуйста. И где эти парни, когда они так нужны? О, мальчики! Что? Энит! Я люблю тебя, Колин. Ты самый лучший бойфренд на свете. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы остудить Энит. Бедняжка сошла с ума от жары. Спасибо, вы самые лучшие. Оу, что это со мной? Лучше прикрывай голову на солнце. Где это мы? Это явно не бассейн. Мне страшно. Как же нам выбраться отсюда? О-оу. Смотри, что я нашел. Смотри, кто нас нашел. О-оу. Энит, посмотри скорее. Вот все, что осталось от наших парней. Уточка? Кря-кря-кря. Ненавижу все, милое. Ауч! Эй, Венсдей, смотри, что я нашла. Я знаю, что нам делать. Идем. Мы найдем наших парней. Туда. Я не хочу умирать. О, это она. Смотри. Это Венсдей! Нет! Это не она! Приветик! Э? Что здесь страшного? Всего лишь девчонка. Я ваша фанатка. Обожаю играть в куклы. Но ваши девушки мне мешают. Поиграете со мной? Это слишком жестоко. А теперь вы мои. Приятно с вами познакомиться, мальчики. О, спросим у охранника. Эй, извините, вы не видели наших парней? Мой Колин очень яркий. Вау, какая девушка. А мой Бен очень пугливый. Вау. Тебе не нужен другой парень. Я буду любить тебя вечно. Эй, ты его видел? Он нас не слушает. Вещь, ты знаешь, что делать. А, вау, я все понял, отпусти. Покажите мне фото еще раз. Одну секунду. Привет, я твой парень. Смотри, нашелся, Энит. Пойдем на свидание. Нет, не будь такой жестокой. Мое сердце разбито. Смотри! Домой! Вещь идем! А вот и ключи! Мы сможем выбраться отсюда! Они не подходят! Эй, гений! Вот выход! О, да! Нет, пожалуйста, не выходи! Тебя прикончат!
куда это ты собрался, блондинчик? Мамочки, какой ужас! Я починил решетку. Все хорошо. Какой ужас! Что здесь произошло? Посмотри, грабитель оставил нам записку. Парни теперь мои. Привет! Опс, я не хотел ее напугать. А ну, поговорим. Инит, очнись! Я не виноват. Что вы делаете? Как же это может быть? Сейчас узнаем. Колин, это моя девушка? Нет, моя, Бен. Вызываю тебя на дуэль. Эй, малышка. Девочка, ау. Эй! Ясно. Далеко собрался? Я за тобой слежу! Выпустите меня! Кто-нибудь, меня слышно? А это что за звук? А это что? Э? Хватит, твоя песенка спета, замолчи! Пока! Я поняла, кто это. Я тоже. Это я, приветик, но я не грабитель, честное слово. Ого, какой бардак! Здесь не помешает уборка. Надо помочь моей любимой Венсдей. О, балаклава. Устрою ей сюрприз. Ну что, ты узнала, кто грабитель? Это не он. Пусть он только попадется мне в руки, и я его тогда... Эй, а где Эд? Пусть идет. О, смотри, конфетный след. Посмотрим, куда он ведет. Пожалуйста, помогите мне выбраться. Эта девчонка – сущий монстр. Умоляю, вытащите меня отсюда. О, ключи. Вот они мне и нужны. Мне не дотянуться. Нет, все равно не получается. Что же делать? О, искусство телекинеза. Акцио метла. Ауч, дурная рука. Давай, я знаю, ты можешь. О, да, я просто гений. Сейчас я пойду домой. Ты никуда не пойдешь? Нет, нет, пожалуйста, я больше так не буду. Вау, магазин сладостей. Я скоро вернусь. Извините, вы не видели этих парней? Конечно, видела. Вот же они. Я вижу их каждый день. Ведь я главный фанат Трум-Трума. И я люблю Бена и Колина. Обожаю. Понятно, это мне не поможет. Я готова. Что ты набрала? Только самое необходимое. Вкусняшки. Эй, если что, вон там полиция. Окей, идем. Куда ты? Положи все на место. Нет, пожалуйста. Я не хочу закончить так же, как Колин. Такой большой и такой недалекий. Я тебя нашла? Нет, пожалуйста, не обижай меня. Эх, наивный. Извините, офицер, вы же не заняты? Помогите нам найти наших парней. Они очень сильные и высокие, и красивые. Понятно. Вот такие. Я таких не видел. Нет, они больше похожи на вот таких. Дайте посмотреть. Нет, я их не видел. Ничем не могу помочь.
А это кто? На фото. Это моя любимая доченька. Папина радость. Минутку. Одежда, прическа. Все понятно. Пойдем, Енит. Вот она. Стоять, малявка! Ну, я тебя сейчас порву на части. Спокойнее, подруга. Это всего лишь ребенок. Я знаю, что делать. Эй, ты! Че надо? Бензди, душа моя! Ты спасешь меня, спасибо! Привет! Эй, малявка, подойди сюда. Да? И что ты мне сделаешь, а? Я не буду с ней драться, я передумала. Она опасна. Успокойся. С чего вдруг? Потому что я все расскажу твоему папе. О, нет, только нет. Пожалуйста, не говори ничего моему папочке. Я отпущу твоего парня. Обещаю. Ты свободен, Бен. Выходи, пожалуйста. Наконец-то. О, моя любовь. О, как мило. Стоп. А где же мой парень? Скажи, пожалуйста, куда ты дела моего Колина? Ну, тут такое дело. Помогите, пожалуйста, помогите. Попрошу, что вы тут делаете? Почему не в колледже? У вас давно начался тест, скорее. Да, профессор. А ты чего стоишь? Я? Нет, я. Быстрее, на занятия. Удачи, в этом нельзя идти в колледж. Вот теперь порядок. Ну что, начнем? Всем привет! Ходячая радуга. Вау, Wednesday! Как ты думаешь, мне стоит покрасить волосы? Они такие тусклые. Может, добавить розовый или голубой? И я прихожу к парикмахеру, она такая бла-бла-бла, это не ваш цвет. А я ей говорю. Странно. Ха, Бо, смотри на нее, как испугалась. Ну что там? Опять они. Эй, вещь, ты знаешь, что делать. Ой, не могу, я боюсь щекотки. Хватит, прекрати, пожалуйста. Ха, бегите, бегите. Отлично придумано, Вензды. Спасибо. Без проблем, идем. Я знаю, каково это. Теперь ты со мной. Добро пожаловать, леди. Спасибо, Маркус. Класс, пишем тесты. Обожаю тесты. Вещь, ты проходил эту тему, верно? Вперед. А это что там? Рука, мамочки. Вещь, принеси воды. Профессор, очнитесь. Выпейте воды. Уберите эту жуть и сядьте на места. Енит, эй, дай списать. Пс. Ладно, может, мне поможет видение. А вот и ответы. Думала списать? В видении это тоже запрещено. Ты почему не пишешь? Отвлекаться во время теста запрещено. Не зачет. Фантастика. Упс, не повезло. Ты поставила шкафчик на сигнализацию? Можно мне проверить, как это работает? Ну же, открывайся. Интересно, что ты там прячешь? Помоги. Упс. Ты цела? Отличная сигнализация. О, Вензды, смотри. Сколько афиш состязаний. Хочешь? Конкурс талантов. Нет, спасибо. О, конкурс красоты. Ты должна быть там. Я так не думаю. А танцевальный конкурс? Хочешь участвовать? Нет, не мое. Ты такая скучная. Постой, музыкальный конкурс. Мне подходит. Молодец, Вензды, так держать! Что? А это еще кто? Конкурентка? К бою. Значит, дуэль. Давай, Вензды, вперед! Сделай!
ее! Ну же, не пропускай удары! Следи за ее рукой! Переходим к кульминации. Соберись, Венсдей! Давай, Хук, правый, как учил Вещ! Ты помнишь, я в тебя верю! Нокдаун! Ты победила, Венсдей! Опс! Это что, кровь? Нет, это кетчуп. Будешь? Тебе конец! И в музыкальной битве победила Венсдей! Поздравляем! Прошло 20 лет. Еще одна победа в моей карьере виолончелистки. Прекрасно. Кого еще там принесло? Привет, подружка. Я поживу у тебя немного. Кстати, мы обязаны найти тебе парня. Как насчет него? Да? Нет. Хорошенький, правда? Нравится? Нет. Встретишься с ним? Нет, только не это. Я смогу тебя развеселить, вот увидишь. А еще я когда-то был фокусником. Смотри, это точно тебя рассмешит. Нет. Ладно, а вот этот самый смешной мем. От него все смеются. Ну, ты что, никогда не улыбаешься? Паук, уберешь его? О, какая прелесть. Такой хорошенький. Мне он очень нравится. А хочешь десерт? Розовый? Гадость. Ладно, а как насчет черного букета? Вот это уже лучше. Мне все равно скучно. Так, что тут у меня еще есть? Это старая страшная кукла. Вау, какая красивая. Это подарок мне? Ты угадал, что мне нравится. А ты не так уж безнадежен, Бен. О, счастливая свадьба! Венсдей, Бен, вы согласны? Да. Объявляю вас мужем и женой. Кто поймает букет невесты? О, это я! Мне повезло! Вот твоя начальная школа. Вперед! Удачи, доченька! Мы будем рядом. Как быстро растут дети. Уже выпускница. Не могу поверить, что ты уже уезжаешь в университет. О, дорогой, я буду скучать по ней. А, смотри, прислала фото. О, наша звездочка, вся в тебя. Я так по ней скучаю. О, вот это хороший кадр. Ты видел эту вещь? Это наша внучка. Похожа на бабушку Венсдей. Да-да, вещь. Твою внучку мы тоже уже видели. Дорогая, можно чуточку потише? Мои барабанные перепонки уже не выдерживают такого напряжения. У-у-у, это было мощно. Дорогая? Просим прощения, миссис Венсдей. Вы не могли бы играть потише? Весь дом дрожит от вашего смычка. Да, конечно. Спасибо. Забыла очки. Кабинет доктора? Точно мне сюда. Занято? Так не пойдет. Освободите. Еще 5 минут. Ну все. Так и знала. Он там в игрушки играет. А ну немедленно впусти почетного пенсионера штата. А? Бабуля, вы чего? Ты плохо делаешь свою работу. Я исправлюсь, обещаю, только не распиливайте меня. О, сообщение. Что там пришло бабушке? Фух, повезло. Юбилей! Как я могла забыть? Инит, это катастрофа. Я забыла испечь торт для Бена. Поняла. Иду на помощь, старушка. Тю, так я уже здесь? Точно. Нам нужны мука, яйца, сахар, масло. Принесешь? Да, только сначала найду очки. Ничего не вижу. Ты не знаешь, где мои очки? Энс, да и ты чего, старая перечница? Вытащи мои очки из блендера. Э? Ничего не слышу. Ты подожди, там мои очки. А, точно. Упс, прости, старушка. Они уже приготовились.
Смотри, как красиво скрутились. Ладно, продолжим готовку вслепую. Вот, держи муку. И вот это, чтобы это ни было. Да-да, кидай. Я пока тут с блендером разберусь. И вот это. Мыло? Ты что, совсем уже старая корга? Вот, закончи с тестом. Прости, без очков все не то. Так, помешаем. По запаху чего-то не хватает. О, вот это подойдет. Ой, прости, вещь, не доглядела. Ну вот, тесто вроде готово. Ты уверена? Пахнет странно. Ну, хорошо. Ставим в духовку. Засекаю время. Хорошо. Так, у меня же есть вторые очки. Точно, я старый гений. Как раз время доставать пирог. О-оу, а как это тут оказалось? Ума не приложу. Не паникуй, старушка. Телефон мы спасем и закажем доставку. Я ж современная бабушка. Алло, нам нужен торт. А вот ваш торт. Попрошу оплатить заказ. Да сейчас, голубчик, бабушка только пересчитает деньги. Ага, я подожду. Ой, сбилась, придется сначала. Это упало. Будет со скидкой. Мне еще долго ждать. Прошу. Спасибо вам. О, а вы такой интересный мужчина. Ой, доставьте деньги себе. Это подарок. А вот и столетний именинник. Поздравляем, Бенни. Спасибо, что дожил до юбилея. О, мой любимый тортик. О, покажу тебе мем, старушка. Ой, моя челюсть. Как же я без нее? Не смогу жевать бургеры. Сейчас, не волнуйся. Вещь, принеси челюсть и нить обратно. А, рука! О, моя прелесть, спасибо. С зубами мне намного лучше. Дорогая, не покидай меня. Как же я буду жить без тебя? О, какая потеря! Я этого не вынесу! Фух, опять пробки из катафалков. Ну что за трагедия? Как жаль! И нет, наконец-то! Простите, опоздала. Вещь был таким хорошим другом. Покойся с миром. Надеюсь, там ты наконец-то обрел все недостающие части тела. О, мои хорошие, кладбище – лучшее место для встреч. А это еще кто? Неужели вы не помните? Вот. Кто станет королевами-близняшками в этом году? Вы все можете принять участие в конкурсе. Да, королевами колледжа будем мы. А победитель получит путешествие в подарок. Карен, мы должны принять участие. Глупости. Путешествие в подарок. Мы участвуем. У меня идея. Смотри. Ясно, я с тобой. Только тссс. Нужно выбрать подходящие наряды. Дай пять. Урок окончен, все свободны. Ура! Будьте внимательнее. Ха, а нам пора. Ай, это они. Им не выиграть. Отправить. Сообщение. Мы победим. Но победить должны мы. И не мечтайте, неудачницы. Не смейте нам угрожать. И за что нам такие соседки? Время освежить макияж. Кто-то звонит. Помада с перцем чили. Только тссс. Клэр ждет сюрприз. Наконец-то! Моя помада!
Странный запах. Это перец чили. А, печет. Что случилось? Эти вредины подсунули мне в помаду чили. А знаешь, выглядит очень круто. Правда? Ну ладно. Я тоже освежу макияж. Как странно. Где мои румяна? Все прилипло к столу. Мы здесь ни при чем. Что? Они приклеили мою косметику к столу. Ну ладно, меня это не остановит. Румяна? Помада? Тушь? Готова. Подумаешь. Ты готова? Снимаем тикток, как репетировали. Я готова. Раз, два, три и сердечко. Ничего сложного, и мы так сумеем. Включай камеру. Посмотрим, что нового. Вау, наш тикток в тренде, супер. А это кто? Наши вредные соседки. Ха, и ноль лайков. Лузеры. Ты клей листовки с той стороны, я с этой. Okay. Ладно. Меняемся. Сделано. И последнюю вот сюда. Отличная работа. Пойдем готовиться. Что? Их плакаты везде, а у нас таких нет. Но у меня есть идея. Аккуратно вырезаем и приклеиваем. Готово. Даже лучше, чем оригинал. Вау! Вы классные, буду голосовать за вас. Как мило. План сработал. Вау, это она, корона. И она прекрасна. Эй, руки прочь! Эта корона принадлежит нам. Она такая пушистая. Ну уж нет, корона наша. И никаких перьев. Простите, что вмешиваюсь, но корону получит победитель после конкурса. А пока пусть побудет здесь. Это несправедливо. Невероятно. А они что здесь делают? Мы пришли за платьями. О, нет. И мы. Это платье мое. Отдай! Девочки, не ссорьтесь. Кому подойдет размер, тому и достанется платье. Ладно, в примерочную. Какая невоспитанность. Не думаю, что это мой размер. Мне не нравится. Отстой. Похоже, это не ваш фасон. Мы на вас посмотрим. Это катастрофа. Платье слишком мало. Нет, категорическое нет. Да что вы понимаете? Что же делать? О, я знаю. Девочки, это вам. Платье, которое вам наверняка подойдут. Допустим. И вам. Спасибо. Вау, мы собрали так много голосов. Отлично. А теперь переодеваться. В этих великолепных платьях нас точно ждет успех. Не могу дождаться. Поскорей бы. Ты только посмотри на это. Сколько голосов. Но я кое-что придумала. Что? Мы опустошим эту урну. Упс. И фото на память. Теперь мы готовы. Привет. Рано радуетесь. Вот, полюбуйтесь. Урна с вашими голосами пуста. О нет, этого не может быть. Бежим. Получилось, да. Пусто. Нужно скорее все собрать. Доставай платье. О нет, я забыла наше платье. И что теперь делать? Включай смекалку. У меня идея. Наденем платье соседок. И размер подошел идеально. Отличная идея. Пора, конкурс начинается. Мы почти все собрали. Идем быстрее. Готово. Можно переодеваться. Мы ужасно опаздываем. А где платье? А это что? Выхода нет. Нужно переодеться. Только вы не подглядывайте.
Наряд не очень, но другого нет. Вперед за победой! Никуда вы не пойдете. О, нет, дверь заперта. И что делать? Не отчаивайся. Всегда есть выход. Нужно только хорошенько подумать. Думай, думай, думай. Вау, это вентиляция. Кто полезет первый? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, ты. Я помогу. Подсади меня. А вот и мы. Конкурс близняшек? Как мило. Ну что это за шум? Проверю. Ай, это уже слишком. Я им покажу. Прекратите немедленно. Безобразие. Что вы здесь устроили? Во что превратили колледж? Вы наказаны. В этом году корону не получит никто. Нет, только не это. Директор, пожалуйста, не сердитесь. Это мы во всем виноваты. Клэр и Мэри ни при чем. Пожалуйста, отдайте корону им. Вот ваша корона. О, спасибо. Мы так этого ждали. Делать что-то хорошее тоже приятно. Согласна, сестренка? Счастливо. Ура, корона моя. Нет, моя. Отдай. Чего стоите? На физкультуру. За мной. Раз, два. Раз, два.